Ты такой молодец, Макс. Так ведь? Аманда, я дома. Он был таким грустным, когда я его нашла. О чем ты? Он бездомный, ему негде жить. Пожалуйста. Бездомный, значит? Аманда любит животных. Спасибо, что нашла нашу собаку. Можешь приходить к нам играть, если хочешь. Но скоро она узнает. Когда я подрасту, у меня будет миллион собак. Что чем меньше питомец? Приходи гулять с Роско в любое время, если хочешь. Могу поклясться, что я покупал две куриные грудки. Тем больше за него ответственность. Пап, ты не поверишь, что произошло. Лиса? Я назвала его Максом. Ты шутишь, да? И теперь, чтобы защитить нового друга... Я не дам тебя в обиду, Макс. Обещаю. Ты скажешь нам, если увидишь опасную лису, да? Нет. Нужно действовать решительно. Есть идея. Не нравится мне эта собака. Быть хитрой. У меня сильная аллергия на животных. Правда? И перехитрить всех. Я договорился с окружным приютом. Если не будет решения суда... Его усыпят. Ты должен остановить их. Основное бремя ты должен взять на себя. Мы собрались, чтобы решить, представляет ли лисица угрозу для общества. Это добрая лисица, а вы злой человек. Шутка. Ваша честь. Мы готовы поднять руки и поклясться, и повторить, если надо. Джейсон Лондон. Если ты приложишь хоть половину тех усилий, с которыми ты прятал от нас Макса, он скоро получит свободу. Ричард Карн. Всем встать! Не могу найти очки, Фрэнк. Что? Скажи мне. И Элизабет Фостер в роли Аманды. Нельзя недооценивать силу нашего секретного оружия. Какого секретного оружия? Тебя.